Добрый вечер, Брухла Табава. Добро пожаловать на особенно вкусный эфир передач «Моментум Буст». Меня зовут Аня Вайнер, я живу в Израиле и руковожу партнерскими отношениями международного движения «Моментум» в странах Европы и СНГ. А также по совместительству являюсь модератором и куратором наших выпусков на русском языке. С нами также находится Оля Микертумова, наш технический продюсер и повелительница Зума. Сегодняшний эфир, как и другие онлайн-выпуски по средам вечером, проводится в рамках движения «Моментум» и открытый абсолютно для всех, кому интересны темы, которые мы поднимаем. Нашей миссией является вдохновление еврейских мам, которые живут в разных странах мира, для того, чтобы они, то есть мы, могли почувствовать личный интерес к ценностям, традициям и культуре еврейского народа и передать эту вовлеченность нашим детям, семье и окружающим. Как правило, то, что мы делаем лучше всего, это некое образовательное путешествие в Израиль в компании других мам из разных стран мира. А в последний год наши путешествия и занятия облекли виртуальную форму и позволили к большой радости расширить знакомство и общение с дополнительной аудиторией за пределами наших поездок. Поэтому я хочу заранее сказать спасибо всем, кто смотрит нас сейчас на странице Фейсбука или пришел сюда в Zoom. Нас очень радует то, что вы так откликаетесь на все наши авантюры и предложения. А сегодняшняя авантюра, она особенно интересная, потому что в преддверии праздника Песах мы позволим себе рассмотреть дополнительные составляющие еврейского шкафа и заглянуть в его кулинарный отдел вместе с Андреем Боровским. Андрей – культуролог, искусствовед, гурман, специалист детского центра еврейского музея «Центр толерантности» в Москве, член Международной ассоциации искусствоведов и участник и организатор различных образовательных проектов. И под его чутким руководством мы взглянем на мир еврейской традиции через историю самых известных блюд нашей национальной кухни. Поэтому я передаю микрофон в Москву Андрею и желаю нам всем приятного вечера. Этот эфир будет длиться около часа. И я искренне приглашаю вас вступать в диалог, задавать вопросы и всячески общаться с нами при помощи чата. Андрей, бевакаша. Спасибо большое, Анна. Спасибо, Ольге, за поддержку, которая сегодня будет действительно королевой нашего эфира. Меня зовут Андрей, я приветствую вас из Москвы. И я попробую с вами, ну, дорогие друзья, я не побоюсь этого, милые дамы, посмотреть на кухню и на накрытые столы несколько иначе, не так, как мы на них смотрим обычно. Меняться рецептами – это очень-очень круто, но мы не будем этого сегодня делать. А мы попробуем пробежаться по накрытым еврейским столам и посмотреть на особенности культуры, потому что, конечно же, перефразируя известнейшее античное выражение античного философа, что мы то, что мы едим. Вот евреи очень часто могут вспомнить о своей идентичности именно за накрытым столом. Я думаю, что наше путешествие будет очень быстрым, стремительным, и давайте начнем его уже прямо сейчас. Потому что... И вот у меня почему-то не листается. Секунду. Потому что, если мы зададим себе вопрос, а что ж такое еврейская кухня, то это такой же риторический вопрос, как вообще, а что такое еврейская литература, а что такое еврейские танцы, а что такое еврейский национальный костюм. Почему? Потому что евреи абсолютно разные во всем мире. Если мы сейчас просим любого, не только вас, вы же у нас эксперты, вы тут же сейчас дадите много правильных ответов. Да сколько бы вы ни дали ответов, они все будут правильны. Если мы спросим любого человека на улице, да, что такое еврейская кухня, нам накидают огромное количество вариантов блюд в зависимости от того, в какой точке мира мы этот вопрос зададим. И эти блюда зачастую никак не будут пересекаться. Потому что, живя в разных странах, в разных ситуациях, создав богатейшие еврейские культуры стран рассеяния, евреи сделали точно так же и абсолютно разнообразную кухню. А что же в еврейской кухне общее? Ну, точно так же, как и в других проявлениях еврейской цивилизации, общее у нас только одно – это Тора. Вот все начинается с Торы, в том числе еврейская кухня. И это очень важно.
я давайте сейчас с вами еще познакомлю вас с одним моим главным сегодня помощником, потому что я специально постарался избегнуть фотографий красивой еды. Это было бы ужасно цинично по отношению к людям, которые сидят перед мониторами, да, а я буду показывать какие-то картинки из еврейской жизни, и самый главный художник, вот он перед вами, это Владимир Любаров, прекрасный еврейский художник из Москвы, с которым мне довелось быть знакомым, принимать участие в его выставках, и оказалось, что у Любарова с его очень такими ироничными евреями, ну, в общем-то, на все пункты нашего путешествия картинки найдутся. Итак, если мы начинаем от печки, то есть от Торы, то, конечно же, первое, о чем мы поговорим, это о кашруте. И мы посмотрим на кашрут не как на систему запретов. Я вообще не люблю смотреть на еврейскую традицию как на страшную систему запретов. Я пытаюсь найти, а что же нам это дает. Ну, опять-таки, любого человека спросить даже не еврея, в чем заключается кашрут, вам скажут, евреи не едят свинину. Но кроме свинины евреи не едят еще множество чего. А в чем же смысл этих запретов? Тора дает очень четкие предписания, действительно основанные на запретах и на рекомендациях. Они вполне конкретны в большинстве случаев, а если они не конкретны, то можно вычленить какую-то логику и распространить ее точно так же, как и произошло, ну, к моменту Средневековья, наверное, раннего, уже все споры о том, что кошерно, что не кошерно, должны были бы утихнуть. Но эти споры продолжаются сейчас, потому что в свое время возникла Кока-Кола. В конце 19 века, и надо было решить, а Кока-Кола кошерна или нет. И к чести Кока-Колы, это первый нееврейский продукт, который озаботился тем, что он должен быть кошерным. В современном мире сделать продукт кошерным – это значит увеличить свой рынок сбыта и, кроме того, дать ему ну, как бы еще один дополнительный знак качества. И очень многие люди, не евреи, не соблюдающие кашрут, в ряде стран предпочитают кошерные магазины, потому что для них это, ну, как определенный экопродукт или еще что-то, это гарантия качества. Но опять же, давайте будем честны, мы с вами знаем, что кошерный не значит полезный, не значит свежий, не значит вкусный, это совершенно отдельная категория. И кошерная еда тоже может быть какой угодно. Так для чего же нужны эти принципы? И вот тут, даже начиная с настольных книг атеистов советского периода, вот, с которыми, наверное, люди моего поколения тоже знакомы, есть два подхода. Один подход – это такой как это, подход диетолога, и он очень популярен, и очень многие авторы сейчас говорят, что кошерная пища в принципе более здоровая. Не надо смешивать мясное и молочное, потому что это… Белки абсолютно разной природы, они хуже усваиваются. И не надо есть там еще что-то, потому что это не предназначено к пище. А другая была ситуация, другой подход к кашруту, такой светский, он, скажем так, гигиенический. Потому что мы вспоминаем, что эти заповеди даются евреям в момент выхода из Египта. То есть эти заповеди актуальны и появляются во время странствия в пустыне, когда еврейская популяция находится в критических условиях, да, переходит с места на место. Популяция ограниченная, и, конечно же, было бы жалко, чтобы мы эту популяцию растеряли. То есть эти заповеди действительно ограждают людей. Но вот как бы евреи не морской народ, сидя в Египте, да, чтобы вы вышли к морю и наелись каких-нибудь неведомых зверей. Не нужно. Да? И не нужно, например, чтобы вы ели свинью, потому что холодильников в пустыне нет. Да? То есть это второй подход. Но если спросить у любого, кто кашрут соблюдает, то вопроса вообще нет. Я соблюдаю, потому что это заповедь. Точно так же, как ответят на любые другие вопросы про любые другие заповеди. Я соблюдаю это, потому что это делает меня евреем. И это такая же очень интересная особенность еврейской культуры, которая стала своеобразным забором, изгородью, которая спасала евреев от ассимиляции, от того, чтобы раствориться в культуре соседей. Поэтому значение кашрута такое же, как многих других заповедей. Вообще еврейский образ жизни, дишкейт, это то, что отделяло евреев в любой ситуации. И как бы мы близко ни жили со своими соседями, как бы мы ни дружили,
да, как бы наши дети не играли на одних и тех же улицах в одни и те же игры, и еду мы будем покупать на одних и тех же базарах, но всегда наступит момент, когда евреи скажут: нет, дорогие соседи, у вас принято так, а у нас принято эдак, поэтому сейчас мы разойдемся по разным кухням и приготовим по-своему, если вам интересно, заходите в гости. Да, у нас принято так, а у нас иначе. И хотя вы самые лучшие соседи, нашу дочку за вашего сына замуж мы отдавать не собираемся. Это один из феноменов выживания евреев как народа. И действительно, кашрут в этом очень много помог. Кашрут – это то, что создало евреям дикое количество трудностей и продолжает создавать и сейчас. Да? Но это то, что, являясь краеугольным камнем, отдельной идентичности. Ну тогда, если у нас есть общий кашрут, то, наверное, и блюда должны быть общими, а вот и нетушки. Потому что при всем разнообразии еврейского мира кухня будет такая же разнообразная. Евреи расселились по всему миру, и искать какие-то общие блюда, наверное, не имеет смысла. Наверное, общим еврейским блюдом для всего еврейского мира рассеяния является, пожалуй, только маца, который появится вот-вот уже скоро на наших столах и который появляется в тот же самый момент, когда из заповеди кашрут, то есть когда евреи выходят из Египта. Вообще вот к этой истории, к истории Песоха очень полезно обращаться, все время возвращаться, потому что мы понимаем, что все то, что дается в Торе, да, в книге Исхода, это то, с чего начинается еврейская цивилизация. Евреи не просто так путешествуют 40 лет по пустыне. Они выходят из Египта как, ну, как достаточно самостоятельные родовые культуры, как 12 колен. Но за время странствия у них получается единственная государственность, единственная власть, единый Бог, одно богослужение. Они входят в одну землю одним народом, потому что это странствие, это в том числе и построение цивилизации. А потом, когда евреи расселяются, оказывается, что все евреи очень разные. Ну, самое простое, давайте поговорим о сефардах и ашкеназах. В Израиле, если мы живем в Израиле, отделить одну кухню от другой вообще невозможно. Потому что Израиль, как плавильный культурный котел, объединил все самое лучшее. То есть, знаешь, как евреи. Ну, мне очень нравится выражение, израильтяне иногда говорят, Израиль – это многонациональное еврейское государство. Потому что все евреи настолько не похожи друг на друга и внешне, и традициями, и обычаями, и вкусовыми пристрастиями в том числе. И это становится очевидно именно тогда, когда евреи начинают жить рядом, на соседних улицах, ну, задолго до появления государства Израиль, когда складывается то, что называется старый шув, то есть когда в Палестину еще едут представители самых разных диаспор, и живут вроде бы, и это евреи вроде свои, но мы совершенно разные. Ну, мы помним, как складывался старый шув. Старый шув состоит из трех больших общин. Во-первых, это то, что называется палестинские евреи, это те, кто никогда далеко не уходил с пределов Святой Земли. То есть это те евреи, которые всегда жили, да, как бы на своей земле. К моменту, к рубежу 19-20 века, это совершенно... как сказать, арабские по культуре евреи, говорящие на арабском языке, готовящие соответственную еду и абсолютно как бы укорененные в окружающем мусульманском мире, чувствуют себя в нем как рыба в воде. Потом приходят сефарды. Сефарды – евреи Средиземноморья. И главная точка, да, временная, когда сефарды переселяются в Святую Землю, это, конечно же, 15 век, это изгнание... евреев из Испании и Португалии, вот с самого начала выселения при короле Изабелле, при королеве Изабелле и короле Фердинанда уже как бы многие сефардские евреи отправляются в свою землю, а кто-то, наоборот, поднимается выше в Европе. Почему северноевропейские общины, ну, например, британская или голландская, они абсолютно сефардские по своему происхождению. А вот потом, позже, приедут ашкеназы. И ашкеназы приедут в 18 веке, это будут те хасиды, которым становится тесто, которых вытесняет Российская империя. То есть это абсолютно разные люди с разными традициями. И вот тут, когда сефарды и ашкеназы живут в Иерусалиме, на одних и тех же улицах, получается, что они настолько по-разному готовят, что они даже не осознают это как что-то свое еврейское. Ну, во-первых,
сефарды не могут понять, почему ашкеназы так любят чеснок. В сефардской кухне чеснок – это табу. В сефардской кухне, да, представьте себе, Средиземноморье, огромное, миллион сортов перцев и вообще огромное количество разных изысканных специй. Чеснок – это нечто вульгарное, что просто убивает вкус любого блюда. Сефарды чеснок и лук не использовали. А вот ашкеназы без этого никак не могут. Почему? Условия выживания, условия маленькой скученности со времен Средневековья и постоянная угроза болезней и эпидемий. Представьте себе средневековые города, маленькие еврейские кварталы, гетто. Или представьте себе местечко восточноевропейской территории. Чеснок необходим как средство для выживания, и поэтому в ашкеназской кухне везде, куда можно, положат чеснок, даже в сладкое. И тогда сефарды, понимая это, начинают учить своих детей есть чеснок. Посмотри, посмотри, ешь чеснок, пусть у тебя будут такие здоровые десна, пусть у тебя не будет цинги, пусть у тебя будет такой хороший цвет лица, как у этих ашкеназим. Ешь чеснок. Да, я знаю, что невкусно, но ты ребенок, тебе надо. Запах чеснока и селедки – это то, что описывает еврейское ашкеназское местечко, ну, с незапамятных времен. Это даже вошло в анекдоты. Я очень люблю анекдоты, классические такие ашкеназские анекдоты польского такого происхождения, где в одном купе поезда едет пастор, ксенс и раввин. Они все время ведут какие-то теологические диспуты, которые как-то остроумно кончаются в основном раввином. Ну и вот как бы в одном из анекдотов ксенс и раввин спорят о концепции рая, и ксенс говорит, ну что у вас за рай? Что у вас, евреев, за рай? Пускают кого ни попадя. Шум, гам, дети орут, висит белье на веревках, и все время пахнет селедкой и чесноком. Разве это рай? Знаете этот анекдот? Ну, на что ксенз говорит, святой отец, вы абсолютно правы. У вас концепция гораздо красивее. Решеточки позолоченные, пение ангелов, кругом розы цветут, пахнет ладаном и не души. Вот даже в этом анекдоте, да, не, вот он не может обойтись без еврейской картины мира, даже, за, как сказать, без картины рая, без чеснока. Другая вещь, которая очень сильно отличает сефардов и ашкеназов, это сефарды вообще не используют молочную кухню. Она отсутствует в сефардской культуре. Для сефардов молоко нужно для того, чтобы сделать сыр. Вот разнообразие сыров – это единственное, что есть из молока в сефардской традиционной кухне. Никаких блюд с молоком нет и быть не может. И с точки зрения сефарда молоко нужно только беременным, кормящим и больным, ну, может быть, еще детям. То есть молоко воспринимается как лекарство. Теперь представьте себе ашкеназов, которые вообще не могут без своих дорогих коров. Вспомним все замечательные образы Шалома Алейхима, вспомним мудрейшего Тевья Молочника. Да, естественно, они точно так же в Иерусалиме ходят со своими бидонами. Но это представьте себе такую сцену в Старом Ишуве, когда ашкеназский молочник стучится в сефардскую дверь и говорит: «Здравствуйте, вам молочка свежего не надо». Сефард испуганно говорит: «Упаси Боже, у нас сегодня все здоровы». Это абсолютный культурный дисконнект. И вот, начиная жить вместе, естественно, начинается обмен. Сегодняшняя израильская кухня – это смешение всех кухонь диаспоры. Очень многие блюда, которые готовят, даже никто не помнит их происхождение, потому что очень много дала марокканская кухня, очень много дала иракская кухня. Ну и кроме того, главным израильским блюдом, ну, наверное, считается, не знаю, хумус, фалафель и так далее, это то, что вообще является просто, ну, скажем так, гениус локи, да, неким духом места. Это еда арабского населения, которая просто всегда была на этом месте. Она моментально стала еврейской. Вот поэтому мы должны наше сегодняшнее маленькое путешествие, конечно, как-то ограничить. И мы, поскольку говорим на русском языке, но все-таки с еврейским акцентом, мы, конечно, отправимся в Россию. Мы будем говорить, конечно же, о кухне ашкеназской. И мы отправляемся с вами в Штетл. Вот эта работа прекрасного художника Ягуды Пена, Юдеэля Пена, как он произносил свое имя. Это первый художник живописи Марка Шагала, художник из Витебска, очень остроумный, тоже мы его работы сегодня встретим. Это у него прекрасная картина «Местечко». Почему?
потому что вот в этих домиках мы очень точно можем понять, где живут евреи, а где живут неевреи. Козочка и свинюшка. Потому что местечко – это маленький, удобный, уютный, немножко замкнутый, очень патриархальный, но очень комфортный для евреев мир. Это та колыбель ашкеназской цивилизации, откуда вышло все то, что мы с вами любим, знаем и осознаем как еврейское. Да? Это место, где говорили на идиш, откуда вышла наша любимая клезмерская музыка, откуда пришли и Шалом Алейхем, и вся еврейская идишская литература, откуда пришел еврейский акцент, одесские анекдоты. Это все пришло отсюда. И точно так же из местечка приходят самые легендарные блюда еврейской кухни. Потому что местечко – это всегда место межнационального общения. В местечке евреи живут вместе со своими соседями, с прибалтами или с славянами, с русскими, украинцами, белорусскими. Да, всегда это несколько языков, всегда это профессии, которые нужны друг другу, и всегда это отстаивание своего еврейского образа жизни, да, своих еврейских ценностей и вообще своего, как бы, в том числе и кухни. Но если мы приходим в местечко, лучший способ узнать все новости и купить себе что-то вкусное, конечно, отправиться на базар. Вообще, надо сказать, что базар, рынок – это центр любого населенного пункта. Очень часто на территории Польши, на территории Прибалтики, на территории Литвы, да, на территории Галиции местечко начиналось с площади, а очень часто на этой площади, на двух ее концах стояли, собственно говоря, два культурных центра. С одной стороны синагога, с другой стороны, например, польский католический костел. Все было ясно. Ну и вообще, традиция местечкового базара начиналась с того, что нам нужно выбрать, какой день будет базарный. Понятно, что суббота не подходит, в субботу не придут евреи ни покупать, ни продавать. Какой же базар будет? А в воскресенье не придут христиане, не пойдут в церковь, на мессу. Поэтому надо сделать так, чтобы всем было удобно. По традиции местечковый базар, его базарный день был четверг и пятница до обеда, чтобы всем было удобно. И понятно, что местечковый базар – это история вот этого самого межнационального общения. Мы можем смотреть и фотографии польской уличной торговли, и мы можем смотреть таких же польскую территорию, как сказать, с польских земель, вот это живописное полотно, то такая же торговля с телег. Да, только вот смотрите, как раз польские крестьяне торгуются с евреем в черной одежде. Не знаем, кто что здесь кому продает. Наверное, польские крестьяне продают как раз еврейскому скупщику, может быть, оптовому покупателю. Приехали, и вот он потом отдали оптом, а он уже потом в своей розничной торговле, в своей лавке продаст этот товар. Понятно, что покупают и продают одно и то же, и понятно, что на базаре как раз обмениваются рецептами и секретами, а как же это готовить. Поэтому именно с базара начинается вот этот культурный обмен. Все еврейские, вот не могу удержаться, показать вам прекрасных польских евреев, уличных торговок, вот в частности торговка фруктами с корзинкой, которая вяжет чулок, она стала прототипом замечательной картины Герымского «Торговка апельсинами». А это все было еще даже в начале 20 века абсолютной реалией еврейского населения в польских городах. Поэтому, например, мы должны понимать, что одни и те же вещи мы будем готовить совершенно по-разному. Я всегда задаю загадку, почему еврейская квашеная капуста должна быть дороже в 10 раз, чем русская или украинская. Дело в особой специи? Нет. Что есть в квашеной капусте? Капуста да соль, да вода. Простейший рецепт, который очень подходит региону. Почему? Потому что продукт дешевый, его можно заготовить так, что на всю голодную зиму или на Великий пост, да, если мы говорим о христианском пищевой культуре, это хорошее блюдо. Как моя бабушка говорила, Царство Небесное, на стол поставить не стыдно, и гости съедят не жалко. То есть это подходит всем, это удобно. Но дело в том, что евреи и славяне готовят квашеную капусту совершенно по-разному. Потому что любая украинская или русская хозяйка возьмет кочан, возьмет сечку, возьмет корыца и быстренько измельчит, нашинкует эту капусту. Но не так будет готовить еврейская хозяйка. Потому что когда сезон, когда квасили капусту осенью, начинали с того, что ходили по домам и договаривались, какие семьи в какой день будут это делать. Потому что если это сделать не по графику, то все, местечко встанет, местечко будет парализовано. Почему? Потому что
семья, которая решила заготовить квашеную капусту на зиму, выставляла на улице длинные такие временные столы и приглашала специальных работниц. Обычно это были, ну, какие-нибудь вдовы, старушки, бесприданницы. Это был определенный способ дать такую неунизительную вздоку, да, и обеспечить людей работой. И вот эти работницы разбирали каждый кочан на листочек и осматривали листочек с двух сторон. Потому что нужно не допустить ни одного червячка. С точки зрения кашрута это огромная проблема. Каждая еврейская хозяйка моет овощи, моет зелень для того, чтобы случайно не уместил, как бы не попало в готовую еду какое-нибудь лишнее насекомое, живущее внутри. Для этого есть множество рецептов, да, еврейские хозяйки издавна вымачивали овощи и зелень в уксусной или в соленой воде. В современном Израиле есть прекрасные средства для мойки овощей. Это что-то такое, типа вот нашего привычного фейри, только, наверное, еще более жгучего, что одной капельки достаточно, чтобы все червячки в ужасе покинули листья салата. Не знаю, насколько это полезно, но точно становится кошерным. А вот в старину действительно разбирали капустный лист, рассматривали его, и более того, чтобы эта работа не была формальной, каждая капустница получала премию за каждого пойманного червячка. Ну, чтобы вот не присмотреться и просто не перекладывать. То есть, например, есть совершенно чудесная книжка Полины Венгеровой, Венгеровой правильно произносится ее фамилия. Она в переводе есть в разных вариантах. «Дневник еврейской бабушки» и «Воспоминания еврейской бабушки», а другое название «Воспоминания русской еврейской женщины». Я вам советую найти эту книгу, потому что это настоящая энциклопедия еврейской жизни на рубеже 19-20 века. Полина Венгерова пишет эти мемуары на немецком языке для своих уже совершенно ассимилированных внуков, но она пишет о укладах семей своей и своего мужа. Это еще очень интересно, потому что одни хасиды, другие литваки. То есть вот прям вот весь срез еврейского мира, а потом она пишет, как меняются нравы, как отходят от традиции, как меняют старинную одежду на общеевропейскую. То есть она из того самого поколения, когда вот эти вот перемены в еврейской жизни были особенно быстрыми и очевидными. И вот, среди прочего, Полина Венгерова описывает обрядовую кухню. Она пишет, что готовили, как готовили на каждый праздник, какие блюда делали, как пекли халы и так далее, и так далее, и так далее. Вот именно Полина Венгерова описывает, что когда в нашей семье разбирали капусту, то премия за каждого пойманного червячка была 3 копейки. Ну, по ценам 19 века, да. Хорошая премия. Да, понятно, что вот это вот такой проблемы нет у славянских соседей, поэтому для них заготовка капусты не превращается в такой вот сложный аттракцион. С другой стороны, точно так же на базаре будет культурный обмен. Ну вот, перед вами самое известное и общее, как сказать, славянское, западнославянское блюдо – картофельные оладьи. И если мы приедем в Беларусь, то нам скажут, главный продукт Беларуси – национальный, конечно же, драники. Драники бывают чем угодно, во всех видах. В Беларуси есть прекрасные заведения, которые называются прямо бульбышные. Это миллион блюд из картофеля, отдельный, как сказать, аттракцион белорусского кулинарного туризма. Если вы спросите на юге России или на Украине, в Малороссии, вам скажут нет. Это называется деруны. Если вы приедете в Польшу, вам то же самое блюдо покажут и назовут его пляцки. Но спросите у любой еврейской кухарки, она скажет, тю, так это же наша латкис. И вот в данном случае еврейская хозяйка будет права. Почему? Потому что это блюдо действительно приносит в Восточную Европу евреи. Давайте вспомним, когда Российская империя знакомится с картофелем. Довольно поздно. Петр I привозит его как диковину, а сельхозкультурой картофель становится только при Екатерине Великой. Именно вот южные русские регионы, Малороссию и то, что сейчас называется Краснодарский край, да, Екатеринодарские земли, засаживаются новой сельхозкультурой. А евреи, пришедшие из Германии, оказывается, знакомы с картофелем как минимум на 150 лет больше.
И еврей с легкостью готовит вот эти вот оладушки из тертого картофеля, потому что на самом деле это старинное немецкое блюдо. Если бы я знал немецкий, я бы вам смог воспроизвести это многоэтажное, как это, по-немецки многоэтажное из нескольких корней слово, которое в переводе означает «кудрявый монах». Мы представляем себе средневекового монаха, да, с бритой танзурой, то есть это такой некий оксюморон, но это еще более древнее блюдо, которое родилось в Германии. То есть евреи, как хорошие путешественники, да, они из Германии, все ашкеназские евреи все-таки расселяются из германских земель, да, то есть они приходят, картофеля еще нет, рецепт мы помним. И вот как только появляется картофель, они, конечно же, учат этому рецепту всех своих славянских соседей. Ну а сегодня мы не можем представить без латкес, в первую очередь, ханукальный стол. Это такой же символ, то есть ашкеназские латкес, это такой же символ хануки, как сефардские Суфганиот, потому что Суфганиот, они как раз были рождены в Италии. Вот смотрите, как в современной нашей кухне еврейской смешиваются и сефардская, и ашкеназская. Так что мы смотрим дальше, и, конечно же, если мы хотим узнать что-то особенное о еврейском накрытом столе, то, конечно же, надо прийти в особенный день. И таким самым особенным днем будет, конечно же, шаббат. Шаббат – не просто выходной, не просто день безделья, это день особого смысления места в мире и день особых удовольствий. Но какие удовольствия могут быть на первом месте? Конечно же, вкусно поесть. Конечно же, поесть, и поэтому шаббат – вот это само некое, как бы даже не праздность, а провести время с особым удовольствием, так как проводят только цари, это значит так, чтобы одна трапеза переходила в другую. Сейчас никто не делает столько трапез шабатных, как в 19 веке. То есть современный человек не в состоянии, да, сделать, как бы выдержать три субботних трапезы, как было в 19 веке. То есть раньше, как бы в 19 веке было принято встреча субботы, то есть ужин в 5 вечером, который кончается далеко за полночь. Потом никто в субботу рано не встает. Где-то так с полудня, к полудню встали. Вот, можно сразу сесть за стол. Да, и сделать такую же обильную трапезу вечернюю, которая заканчивается в долу, это традиция 19 века. Сейчас этого практически никто не делает. Потому что вот для современного человека, ну, невозможно столько сидеть за столом. Поэтому готовили много, и все, что происходит на субботнем столе, это, конечно же, символ. Символ, который нам что-то рассказывает, ну, начиная со свечей. И, кстати, свечи тоже рассказывают нам историю про еду. Почему свечей 2-4, почему замужняя женщина в европейской традиции сжигает четное количество свечей? Потому что, во-первых, это напоминание о том, что единственная заповедь, которая как бы дается в Торе с разными глаголами, да, Захор ва-Шамор, это то, что как раз помни и соблюдай день субботний. А кроме того, это напоминание о том, что субботу мы живем как будто в чуточку в два раза больше. Есть красивый мидраш о том, что для того, чтобы еврей все чувствовал в два раза больше, Бог дарит ему дополнительную субботнюю душу. Поэтому нам все вкуснее, нам все ароматнее, поэтому мы получаем больше удовольствия. И вот с того момента, как зажжены свечи, с того момента, как семья села за стол, это все разговор о богатствах этого мира языком еды. Конечно же, субботняя трапеза должна быть самой обильной. А суббота начинается, женщины встречают зажиганием свечей, суббота провозглашается освящением вина, да, кидушем и благословением хлеба. Естественная традиция для всех народов – начать трапезу с того, чтобы благословить хлеб. Самое главное. И для субботы как раз традиционными становятся вот эти вот халы. Что такое хала? Это не рецепт. Хала – это просто самый лучший хлеб из самой лучшей муки, самый большой и самый вкусный, который нам удалось обеспечить себе к этой субботе. Поэтому рецептов халы существует великое множество. Халы будут какие угодно. Ну, у всех, кто, опять же, вышел из русскоязычной среды, халы – это еще ассоциация с такой высокой женской прической, да?
А я помню, не знаю, как бы подскажите мне тоже, помните вы или нет, но вообще-то в советское время хала была совершенно обыденным продуктом в любой булочной. Ну и, кстати, не только хала, то есть, например, еще и, ну, например, ряд еврейских восточноевропейских печенек, которые каким-то образом попали на хлебокомбинат, и они также и продавались с теми же самыми названиями, например, земелах. И это все можно было купить. Так что это тоже еще как бы некое еврейское изобретение, которое стало достаточно интернациональным. Так что же такое хала и почему она такой формы? Потому что хала – это тот хлеб, который, ну, такой немножко показатель престижа и достатка, в первую очередь, себе самим. Посмотрите, как здорово у нас на этой неделе. Поэтому у каждой хозяйки рецепт халы свой. Ну и вообще, если уж мы говорим об идентичности, то вот этот запах субботнего хлеба, как воспоминание детства, как ассоциация дома, это тоже один из архетипов еврейской культуры. Об этом писало огромное количество еврейских авторов. Вот нет ничего вкуснее того самого аромата субботнего хлеба. И если другой хлеб можно было купить в лавке, то халу все-таки каждая хозяйка старается сделать сама. Почему? Потому что это еще и заповедь. И поразительным образом из множества заповедей, которые связаны с храмом, и которые мы, в общем-то, не можем выполнить сейчас в отсутствие храма, это примерно две трети заповедей, вот еврейские хозяйки, а также еврейские профессиональные пекари хранят как раз заповедь отделения халы. То есть то, что было во времена храма, совершенно, как сказать, практическим, что каждая семья, которая пекла хлеб в Израиле, отделяла часть выпечки в пользу храма, да, и он использовался тоже вполне утилитарно, потому что надо было кормить весь штат храма, надо было кормить огромное количество паломников, да, то есть это было такое практическое пожертвование. А в те времена, когда храм разрушен, это превратилось в символическое отделение кусочка теста при любой выпечке, который сжигается в огне. Это делает каждый, при каждой выпечке любой профессиональный еврейский пекарь. А еврейская хозяйка делает это каждую пятницу, отделяя кусок теста при выпечке субботних хал. Уже ради этого стоит делать хлеб самим. Ну и тем более ради того, чтобы сохранить идентичность. Для того, чтобы из поколения в поколение вот этот бабушкин рецепт передавался, и поэтому все халы будут абсолютно неповторимые. С тмином, с тмаком, с кунжутом, такие, сякие, какие угодно. Если еврейская хозяйка вдруг не успела испечь халы и купила их в магазине, она вряд ли признается. Она скажет, ой, что-то тесто не подошло, что-то дрожжи просроченные. Вот. А в следующую неделю все-таки испечет свой коронный семейный рецепт. Да? Поэтому то, что стоит на субботнем столе, это еще и определенные семейные традиции. Ну, кроме того, субботний стол, а вот вам еще как раз картинка Ягуды Пена, да, видите, субботний обед уже закончен, можно обсудить, потолковать писание, вот эти вот красивые пожилые супруги. А вот что же они, собственно говоря, ели? Да потому что в субботу меню тоже будет необычным. Во-первых, самым изобильным, самым богатым, самым вкусным. Всегда чуть-чуть больше, чем наши возможности. Всегда надо показать, что суббота, как бы плохо мы ни жили, но суббота всегда праздник. А во-вторых, ограничения. Это сейчас никого не удивишь плитами с таймерами, которые сами все разогревают. Да, еще 100 лет тому назад ничего подобного не было. Поэтому для субботнего стола становятся актуальными так называемые долгоиграющие блюда. Ну вот судя по тому, что там осталась морковка, да, вот на этой тарелке мы можем предположить, что все-таки этот дедушка с бабушкой очень сытно пообедали чонтом. Чонт – это такое вот долгоиграющее блюдо, которое чонт готовит, это рагу, да, из всякой всячины, которая готовится загодя, и оно ставится в разогретую русскую печку, чтобы оно дошло. Если, например, в местечке была одна большая промышленная хлебная печь, то очень часто жители города, да, жители местечка в пятницу приносили туда свои судочки,
и было огромное, в музеях осталось много таких кастрюлек, судочек многоэтажных. То есть, например, несли субботние щи, чтобы они в теплой печке сохранились и дошли, дозрели до обеда субботы. И вот в чем-то такое же долгоиграющее блюдо. Чем дольше стоит в разогретой печи, тем лучше, тем доходит больше. Чонт может быть из чего угодно. Это смесь бобовых, это смесь разных круп, может быть, даже на пшенице. И чонт – это первый парадокс еврейской кулинарии. Потому что ни у одного народа мира не бывает такого, чтобы, ну, например, постное и мясное блюдо называлось одинаково. А у евреев бывает. Потому что чонт может быть с мясом, чонт может быть на мясном или на курином бульоне, чонт может быть исключительно из бобовых с овощами. Чонт может быть изящно инкрустирован мясом сверху. И чонт может быть без всего этого. Потому что еврейская кулинария – вот это чем Бог послал. Никто не знает, какой будет наша неделя и какой будет наша субботняя трапеза. Поэтому в еврейской кулинарии блюдо – это название блюда, это технология изготовления. И вообще практически невозможно готовить еврейскую кухню по рецептам. Еврейская кухня по рецептам – это всегда посмотрите, что у вас есть, что Бог послал. Возьмите это, добавьте что-то, что вы нашли, добавьте еще что-то, чтобы было, наконец, столько, чтобы хватило всем, и приготовьте по известной вам технологии. Это будет рецепт еврейского, любого еврейского блюда. Да, поэтому пропорции меняются, время приготовления меняется, и в еврейском блюде может оказаться любое абсолютно неожиданный какой-то ингредиент. Почему? От бедности и от остроумия, от, как сказать, находчивости еврейских хозяев. Самое главное, что, с чего начинается суббота, это, конечно, с рюмочки, с того самого бокала, кидушного бокала вина. И это хороший повод поговорить все-таки о культуре вина в еврейской традиции. Надо сказать, что к вину приписываются чуть ли не самые строгие правила кашрута. И это правило именно культурологические. Это правило не технологии, а это правило, которое заставляет евреев следить, чтобы практически от посадки лозы до приклеивания этикетки на бутылку все делали евреи. Почему? Вино должно быть еврейским, потому что в древности вино – это всегда атрибут религиозной культуры. Это, как сказать, сопутствующее самых разных религиозных ритуалов. И для того, чтобы евреи не смешивались с окружающими языческими культурами, было такое строгое отделение вина от вина соседей. Ну, евреев это не расстроило. И евреи стали как бы одним из народов с многовековой культурой не только виноделия, но и винопития. Да, действительно. Евреи вино любят, знают, практикуют. Очень интересно, что евреи сохранили древнейшие рецепты вин. Ну, например, в Израиле никого не удивишь, это самое дешевое вино в супермаркете, вино из изюма, вино, которое такое дико сладкое и по цвету, как крепко заваренный чай, то есть такое негурманское вино, но для нас это очень интересное свидетельство истории. То есть евреи сохраняют вино из изюма из тех времен, когда можно было выращенный виноград вырастить, высушить, перевести в другое место, где виноград не растет, и там приготовить свое вино. Вот это вот абсолютно странное вино, которое дешевле всего можно купить в Израиле в любом супермаркете, это тоже часть нашей не только кулинарной, а вообще общей национальной истории. Поэтому вина у евреев бывают самыми разными. И парадоксальным образом, ну, и с точки зрения галахи, с точки зрения филологии, да, то есть вином называется все то, на что можно сказать плод лозы виноградной, то есть все то, что сделано из винограда. От абсолютно детского безалкогольного виноградного сока, ну, опять же, давайте представим, что в условиях жаркого климата безалкогольный сок в течение одного дня станет алкогольным, да, как бы если у нас не какие-то вакуумные упаковки, он моментально забродит. Вино молодое, вино выдержанное, вино крепленное, какое угодно, белое, красное, сладкое, сухое, полусухое, и все то, что сделано из виноградных спиртов. То есть такие крепкие напитки для еврейских мужчин, как чача, и коньяк, любые виноградные водки и коньяки. Это все считается вином, к этому одни и те же
правила кашута. Но если мы говорим об ашкеназской традиции, если мы говорим о том, как же выпивают, как делают лихаим в субботу, в праздники, и вообще, когда выдастся минутка, евреи, то, конечно же, не вином одним ашкеназские евреи живы. Потому что ашкеназская культура немыслима без такого национального еврейского напитка, как водка. И это тоже очень интересная часть еврейской ашкеназской культуры. Почему? Потому что, во-первых, евреи становятся профессионалами водки. Водка машке на идиш, да, хасидская культура просто немыслима без водки. А почему евреи становятся водочными экспертами? Потому что это еврейский бизнес. Потому что евреи не хлебопашцы, евреи не собственники земли, и очень часто евреи могут брать землю только в аренду. И евреям рентабельно в условиях черты оседлости рентабельнее купить готовую муку, готовое зерно или измолой, да, чем вырастить его, в отличие от украинских или русских крестьян. Если у евреев есть земля, это максимум огородничества и очень редко на продажу, ну только вот на обеспечение нужд своей семьи. И тогда евреи находят ниши другого бизнеса. Одним из таких бизнесов становится еврейская корчма, шинок. И можно взять землю в аренду, построить вот такое вот заведение, получить лицензию, заниматься торговлей. И шинок – это, конечно же, не фастфуд, это не Макдональдс. Туда приходят не поесть, а в первую очередь выпить. Рюмочно, в наливочно, штофами, на вынос, кредит, что немаловажно, да, как угодно. И это питейное заведение. Я очень люблю вот этот лубок начала 19 века, потому что это вот как раз такой типичный еврейский шинок, и это тоже будет место межнационального культурного обмена. За столом сидит еврейская и украинская семья. За одним столом, вот что вот как бы шинкарь и его хозяйка подали, то и будут есть. Да, это такое место, где встречаются все. И это очень интересная еврейская профессия, потому что хозяин дома, хозяин бизнеса очень часто должен был отключаться, да, съездить за продуктами, заказать алкоголь, продлить акциз на продажу алкоголя, его замещала та самая еврейская сильная женщина, да, шинкарка, которая могла утихомирить любых разбушевавшихся посетителей любой национальности, которая была незыблемым авторитетом. Таким образом, евреи становятся за несколько столетий абсолютными экспертами по водке. Евреи умеют гнать самогон из чего угодно. Евреи умеют бодяжить привозимый из Польши, как сказать, ратифицированный спирт в нужной пропорции. Более того, евреи находят тот самый идеальный, как мы говорим в России, менделеевский рецепт водки. Да, то есть лучший рецепт водки не на глаз был сформулирован, в частности, великим химиком Менделеевым. Это тот стандарт, который придерживаются российские производители, да, и который, например, в многих странах от него далек, потому что водка все-таки должна быть 40 градусов, а не 38 или 39, как, например, бывает в Европе и в Израиле, в частности, для того, чтобы как бы сэкономить на акцизе. Да? То есть вот как бы евреи все знают о водке. Более того, евреи умеют не только торговать и производить водку, они делают новые сорта. Сейчас будет абсолютно женская история. Прекрасные дамы, запомните, и если у вас есть возможность, проверьте. Потому что евреи понимают, что водка идет как товар прекрасно, все ее любят, водка веселит сердце не хуже вина по слову псалмопевца царя Давида, но почему-то еврейские женщины водку не очень жалуют. Если бы торговец водки был бы кто-нибудь другой, он бы сказал, ну тоже у меня проблема, бабы не пьют, нам больше достанется. Тоже мне нашли проблему. Но евреи мыслят как бизнесмены, как прекрасные маркетологи, и они проводят, как бы мы сейчас сказали, маркетологическое обследование, да, они создают фокус-группу и спрашивают у своих дам, а что же вы водку-то не жалуете? И дамы дают ответ, во-первых, она слишком крепкая, а во-вторых, она слишком горькая. Вот что сделает профессиональный маркетолог, что сделали евреи? Они изобрели прекрасную водку. Если бы я, опять же, был уверен в идише так же, как в немецком, я бы смог воспроизвести это многокорневое слово. То есть идишское слово, которое буквально означает «сладкая водка для женщин».
Это специальный еврейский рецепт. Это водка от 36 до 38 градусов, настоянная на лещине, на лесном орехе. Она такого легкого янтарного отлива, такого отцвета желтоватого. И она сохранилась. Это такое же заимствование. Если будете лететь через Duty Free, если окажетесь в Польше или в Чехии, обязательно найдите, купите и попробуйте. В Чехии и в Польше это называется соплица или сопличка, слезинка. Это вот эта вот водка, придуманная примерно в 18 веке евреями, сладкая водка для женщин. Очаровательная вещь, пьется действительно как слеза, с неповторимым привкусом, еврейское изобретение, которое осталось в традиции Чехии и Польши. Ну и вообще, давайте сразу скажем честно, чешские и польские кулинарные книги наиболее честные, потому что они сохранили все вот эти вот адреса, откуда взялся рецепт. То есть достаточно открыть любую польскую книжку, и там будет рецепт там кар по-жидовски, то-то по-жидовски, то-то по-жидовски. Да, все эти маркеры остались. Ну, какие-нибудь изощреннейшие рецепты, типа карп, уснувший в пиве под сметанным соусом. То есть это надо живого карпа посадить в бочку с пивом, он напьется пива, пропитается пивом, и вот этого карпа надо поднять. Это еврейское блюдо, карп по-жидовски, да? Карп, уснувший в пиве. Да? Это готовят в Польше, помня о том, что это еврейский рецепт. Другие кухни растворили еврейские изобретения. Но вы знаете, один старый шеф-повар, когда вот я мучил его вопросами про еврейскую кухню, сказал, ну что ты мучаешься, возьми Библию советской кулинарии, то есть книгу о вкусной здоровой пище, и проведи эксперимент. Если ты уберешь оттуда условно-славянские блюда со свининой и осетриной, то у тебя останется две национальные кухни. Кавказская, потому что был в свое время в Кремле один усатый кулинар, один усатый гурман, который на многие-многие поколения как бы ввел в советскую кухню именно Кавказ, кавказский вкус. А вот все, что будет минус кавказское, это восточноевропейская еврейская кухня. Попробовал провести эксперимент, действительно совпадает. Так что если у вас есть это раритетное издание «Книга о вкусной и здоровой жизни», пищи, тоже попробуйте вот так вот поиграть. Ну вот с водкой разобрались. В кидушном бокале может быть и водка, и на субботу, и на праздники. Это тоже часть своеобразия. А королевой, конечно же, субботнего и праздничного стола будет та самая гефильте фиш. Гефильте фиш – это удивительнейший рецепт, про который все говорят, нет ничего вкуснее. Нет ничего, я никогда не ел ничего подобного. Это самое-самое вкусное блюдо, которое может быть на свете. Но только можно, я не буду его готовить. Можно, я сделаю как угодно. Я напрошусь к еврею в гости, я найму еврейского повара, я отдам деньги в еврейском ресторане, но я не буду это готовить. Потому что это самое сложное блюдо, которое можно придумать. Потому что, как говорят, опять же, профессиональные повара, каждое блюдо можно испортить несколько раз. То есть самые простые блюда в такой шкале сложности повара – это блюдо, которое ну, ты просто забываешь вовремя вынуть из духовки, и оно превращается в угольки. Вот гефильте фиш можно испортить безнадежно на каждом из этапов приготовления, начиная от того, что ты неправильно выбрал рыбу. И если ты выбрал рыбу не так, то все, блюдо пропало. Дальше начинаются споры, и узнать рецепт гефильте фиш – тоже невозможно. То есть не так же, как его невозможно узнать рецепт халы. Он всегда свой, индивидуальный, не только в каждой семье, у каждой хозяйки, он индивидуальный каждую неделю. Почему? Потому что гефильте фиш – это технология. Ну, опять же, возвращаясь к идишу, это на самом деле очень смешное название, потому что гефильте фиш, гефильт – это чучелка. Это немецкое слово, то есть это вот такой как бы прикладной таксидермизм. Мы сейчас сделаем чучело, снимем с рыбы кожу, постараемся сделать это максимально точно. Некоторые умудряются снимать кожу без разреза чулком. Потом приготовим фарш, отделим от костей мясо, приготовим фарш, придумаем секретные наполнители, все это запихаем обратно, каким-то образом приготовим. Вот все ради чего? А ради того, что, опять-таки, у нас есть свои традиции, что мы делаем и что мы не делаем.
Потому что вот почему гефильте фиш не единственное еврейское блюдо, которое не перешло в кухню других народов из-за их сложности, и потому что ну, нету такой нужды, например, у славянских или прибалтийских соседей вот так вот мучить бедную рыбу, потому что это законы субботы. Потому что запрещенные работы, символически запретные субботы для шаббата работы, да, мы помним, откуда взялись они, это, мы все прекрасно понимаем, что небо не развергнется, и Господь нас не покарает, если мы нажмем на выключатель в субботу. Мы понимаем, что это некие условности, которые мы сами для себя выбрали, чтобы сделать этот день особенным и не похожим на будни. Поэтому были выбраны те виды деятельности, которые связаны с построением Иерусалимского храма. Он считает, что как бы для того, чтобы построить храм, нужно было использовать все виды работ. В эти работы входит сортировка. Поэтому в шаббат нельзя в равной степени, ну, например, отбирать колоски от соломы, или как Золушка отбирать крупу от гороха, и точно так же к этому запрету на сортировку попадает отделять мясо от костей или кости от мяса. Поэтому на субботу и на праздники всегда еврейский стол такой, чтобы не плеваться костями и не отдирать кости. Это не празднично. Поэтому всегда мясо будет приготовлено в виде гуляшей, в виде рагу, да, никогда не будет какой-нибудь одной говяжьей ноги на кости. А рыбу тоже надо приготовить так, чтобы костей там не было. Ну, слухи о еврейском богатстве, конечно, преувеличены. Если мы говорим об ашкеназской традиции, то, конечно же, главное мясо евреи ели не чаще, чем русские или украинские соседи, может быть, пару раз в год. А основой, конечно, была птица. Гуси, утки, куры. Да, но не это тоже по праздникам не всегда. Это же как надо богато жить, чтобы у тебя на каждый шаббат была курица. Это невозможно. Поэтому чаще рыба. И тут возникает вот эта вот удивительная технология, как приготовить гефильте фиш. Главная цель этого блюда для того, чтобы отделить заранее мясо от костей. А второй секрет – это главный секрет еврейской кухни. То, что опять же появится в любом ашкеназском блюде, так называемые наполнители. Потому что в классическом рецепте, когда мы готовим фарш, мы смешиваем фарш из рыбьего мяса, ну, например, с белым хлебом, вымоченным в молоке. Это секрет, как сделать это блюдо больше. Потому что любая еврейская хозяйка должна быть такой чудотворицей. Из того продукта, количества продуктов, которые у нее есть, она должна накормить всех изобильно и вкусно. А представим себе местечковую семью, это человек 15, 12-15 за столом, как минимум. Каждый должен получить равную порцию, да, и чтобы еще чуть-чуть осталось. Поэтому мы понимаем, что если суббота была хорошей, и папа принес с базара большую рыбу, то в ней будет рыба побольше, хлеба поменьше. А если неделя была не очень, то значит будет хлеба побольше, а рыбы поменьше. И все то, что не... А если совсем маленькая рыбка, мы ее набьем и приготовим, а все, что в нее не уместится, мы приготовим в том же бульоне, видите, в телек или котлеток, и все получат опять-таки равные порции. Еврейская хозяйка такое может сделать с любым блюдом, да, как по волшебству увеличить его количество, добавив нечто доступное и дешевое, и обычно нейтральное по вкусу. И вот тут-то мы понимаем, что гефильте фиш может быть какой угодно. Попробовать найти рецепт. Ну, во-первых, если вы не готовите гефильте фиш, это рецепт, которому нельзя научиться по, как сказать, скачанному из интернета или найденному в книге. Найдите хорошую, живую еврейскую женщину, которая готовит это целую жизнь. И будьте готовы к тому, что вы стоите рядом с ней, и первые две или три рыбы у вас не получится. Это нормально. Потому что это действительно виртуознейший рецепт. А вот когда я попробовал узнать все-таки, культурологически начал спрашивать, что же такое рецепт гефильте фиш, я был обречен на абсолютный фиаско. Потому что любая еврейская бабушка говорила, ну как готовлю, как готовлю. Ну как мама готовила, как бабушка готовила, как гефильте фиш. Все готовят, ты что, дурак, не знаешь, как готовят гефильте фиш.
Я понял, что я ничего не узнаю о gefilte fish, но тут мне случайно повезло, потому что я спросил у двух еврейских бабушек, и тут я понял рецепт, тут я понял секрет, потому что они начали тут же спорить на каждом этапе. Ну, во-первых, надо правильно выбрать рыбу. Ну, в нашей семье брали только щуку, судак – это для бедных самые плохие годы. Она все правильно говорит, но только щука – это не лучшая рыба – это карп. А потом надо снять, надо сделать такой-то разрез. Нет, не надо делать разрез, ты что, не умеешь снимать кожу с щуки одним куском без разреза чулком? А потом нужно вынуть фарш, его приготовить и сделать, и смешать его с батоном, вымоченным в молоке. Она все правильно говорит про батон, но только нужно не батон, а нужно сухарики. Моя бабушка всегда специально сушила сухарики, которые потом толкла в панировочные сухари специально для gefilte fish в ступке с пестиком. И вот это будет правильно. Она все правильно говорит про то, что надо подсушить, да, но только надо вымачивать не в молоке, а в сливках. Она все правильно говорит про сливки, но на самом деле особый вкус будет, если мы потолчем сладкое печенье. Нет, она правильно сказала про печенье, только ошиблась. Нужно взять соленые крекеры, они придают особый вкус gefilte fish. Далее начинаются споры, класть внутрь лук или ни в коем случае не класть. Лук класть очищенный или не очищенный. Надо лук класть половинками луковицы в бульон снаружи, тогда он даст золотистый цвет этому бульону. Ни в коем случае не кладите свеклу внутрь рыбы, это ее испортит. Ни в коем случае не кладите свеклу снаружи. Ни в коем случае не запихивайте внутрь морковь. Морковь должна быть только внутри и так далее. Вот далее на всех этапах оказывается величайшее разнообразие рецептов, и каждая хозяйка искренне верит, что только ее один рецепт правильный. И это вот тоже парадокс и секрет еврейской кухни. И это шикарнейшая история, которую вы можете проверить на своей семейной памяти и выясните у самых старшей женщины вашего рода, как же в вашей семье готовили gefilte fish, пока это не поздно, чтобы вы смогли этот рецепт передать. И вот этот вот секрет gefilte fish, секрет этой королевы субботнего стола, у gefilte fish есть, конечно же, и другой момент. Это момент неожиданной бедности. Потому что иногда нету даже рыбы. Иногда надо субботу встретить с тем, что есть, может быть, самым-самым-самым дешевым. И вот тут на сцену выходит еще одна еврейская национальная рыба, конечно же, селедка. Почему? Потому что селедку можно было купить очень дешево, и потому что селедка считалась как бы продуктом для бедняков, но евреи... Когда вот остается только вот немножко луковицы и еще что-то, селедку тоже могли сделать в праздничном блюде. Так рождается, конечно же, фаршмак. Фаршмак идеологически – это такой младший брат gefilte fish. Фаршмак буквально, как будто это как бы слово фарш, да, как бы измельченная еда. То есть фаршмак – это приготовление селедки в соответствии с субботним обычаем не связываться с костями, да, который, то есть надо порубить селедку и очистить ее от костей. И в изначальном варианте фаршмак совсем не похож на то самое ресторанное блюдо, на тот деликатес, к которому мы привыкли. Ну, потому что мы знаем, что фаршмак может быть какой угодно. Изначальный фаршмак – это блюдо бедности. Это просто рубленная селедка с кольцами лука, заправленная постным маслом, а чтобы казалось больше, с мякишем черного хлеба. Ну, как тут совсем не изысканно. А потом фаршмак становится, в зависимости от того, какие у нас есть условия, фаршмак может, как сказать, трансформироваться. Кто-то начинает добавлять в фаршмак картошку. Это самый такой белорусский рецепт с вареной картошкой. Кто-то добавляет, я знаю, ой, у меня был совершеннейший чудесный экспириенс. Мы с моей как бы, коллегой и подругой с Рэббитсон, с украинской одной, мы делали такой фаршмак-баттл. Вот. Она прекрасный специалист по Западной Украине. И мы вместе с ребятами, с участниками семинара накануне шаббата хотелось, чтобы
хоть что-то на столе было приготовлено самими участниками, и поскольку у нас был такой искусствоведческий, такой культурологический трип по Западной Украине, мы устроили форшмак-баттл. Мы рассказывали про то, какие бывают разные форшмаки. Впервые в жизни попробовал буковинский форшмак с молодым сыром. Ну, знаете, когда, как сказать, вчера творог, а завтра сыр. Вот очень много в Восточной Европе вот этого вот молодого сыра. Это потрясающе, кто бы мог подумать, что это сочетается. Да, есть чудеснейший, оказывается, в моей семье, то есть самый любимый форшмак, который был в моей семье, это, оказывается, краковский рецепт с соленым огурчиком. А есть еще, и опять же, в этом мы сошлись с моей коллегой, есть рецепт, который во всех местах называется форшмак по-богатому. Это когда в форшмак мы кладем все то, что мы можем позволить себе положить. И вот так рождается форшмак, как, ну, вот именно такое блюдо гордости и богатства с яичком, в котором селедочный фарш сбивается 50 на 50 со сливочным маслом. Представляете, какая калорийная бомба, да, когда самые лучшие специи и так далее, и так далее. И вот тогда-то в этом самом ресторанном форшмаке, конечно же, мы ждем дольку зеленого яблока. Ну, считается, что не форшмак без зеленого яблочка – это не форшмак. А теперь скажите, милые кулинарки, да, милые мои дамы, вот какой повар в здравом уме и трезвой памяти будет соединять селедку и яблоко? Как-то странное сочетание. Это вот то, что родилось случайно, от бедности. Значит, у какой-то еврейской хозяйки не было ничего. Было пара ржавых селедок, она нашла масло, селедку, как бы луковицу заняла у соседки, и все равно мало. А у нее во дворе стоит яблоня. С такими кислыми яблоками, что даже дети побрезговали их объесть. Это добавляет яблоко. Прикольное сочетание. Запомним. Вот очень много, опять же, особенностей ашкеназской кухни – это совершенно парадоксальные сочетания вкусов. Да, горькое, соленое, кислое, сладкое – это то, что может сработать как угодно. Ну, особенностью ашкеназских хозяек, ну, например, очень многие блюда добавляется сахар. В мясное, в щи, в борщ. Если его готовят по-еврейски – то обязательно туда добавляется сахар, это дает особый вкус. Даже форшмак добавляется в ряде рецептов в сахар. Это особенность, вот эти парадоксальные сочетания вкуса. Ну, как бы если уж мы поженили зеленое яблоко с селедкой, что же нам, например, борщ не заправить сахаром? А в сладкие блюда может добавляться, например, перец, и это как раз такая память о средиземноморской традиции, где перец не только для горечи, а для аромата. Так что форшмак – это тоже интереснейшая история еврейской кулинарии. Но надо сказать еще про одну особенность. Я вот уже сказал про ржавую селедку. Все ли знают, что такое селедка ржавая? Это самая-самая дешманская селедка. Это то, что считается браком. Это селедка, которая лежит на дне бочки. Во-первых, на ней лежат все остальные селедки, поэтому она совершенно плоская. А во-вторых, соляной раствор – рассол устаивается, и внизу он более концентрированный. То есть селедка с дна бочки, сплюснутая и пересоленная. Вот от обилия соли она приобретает этот коричневый ржавый цвет. Ну, кто у нас самый известный в еврейской культуре торговец селедкой? Конечно же, семья Марк Шагала. Мы помним, как Шагал всю жизнь ненавидел селедку, потому что отец был грузчиком на... как бы приказчиком на складе, и он грузил эти бочки с селедкой, всегда пах селедкой, а мать держала лавку, и главным продуктом, который продавали, были бочки с селедкой, мимо которых все члены семьи проходили. Да? У Шагала были причины селедку ненавидеть на всю оставшуюся жизнь. Так что Шагал, конечно, знал, что такое ржавая селедка. А где увидеть ржавую селедку другого художника, у Петрова Водкина? Вспомните этот замечательный натюрморт 1918 года. Это его паёк преподавателя Петербургской Петроградской художественной академии. Каждый свой паёк Петров Водкин зарисовывал как натюрморт. Вокруг стояла семья голодная. Он говорит, сначала натюрморт, а потом съедим. И вот эта вот селедка в синей бумаге, вот эта вот типичная, да, там пара картофельных, лук, паёк хлеба, паёк Петрова Водкина, 18-го года, вот вам самая известная ржавая селедка в мировой живописи. Еврейские хозяйки не брезговали ржавой селедкой.
Потому что еще один талант еврейской хозяйки, даже испорченное блюдо мы можем спасти. Программа по реанимации ржавой селедки. Опустить ее в молоко на ночь. Молоко высасывает соль, селедка напитывается молоком, приобретает свою прекрасную жирность и округлые формы, и на утро выглядит как новенькая. Из нее можно готовить что угодно. Так что это тоже определенные такие хитрости от бедности, которые сохранились в ашкеназской кухне. Ну, селедка хороша во всех видах, форшмак вкусен во всех видах, и мы должны понимать, что форшмак – это, конечно, давайте сейчас еще скажем одну крамольную вещь, а вы со мной согласитесь. Форшмак – это ни в коем случае не еда. Форшмак – это закуска. Форшмак и машки – это самое идеальное сочетание. Для чего создается это? Для того, чтобы прекрасно выпивать водочку. Да, так что без водки тоже ашкеназская кухня никуда не уйдет. Не было бы форшмака. Но у гефильте фиш и форшмака есть еще одна сводная сестра, и вы ее тоже все, конечно, знаете. Если вы слушаете меня по-русски, то это блюдо, конечно, тоже вошло в золотой фонд постсоветского пространства. Это селедка под шубой. Давайте подумаем, как устроена селедка под шубой. Это все компоненты. Это приготовлено как форшмак, то есть это селедочный салат, и это все те ингредиенты селедки гефильте фиш, только разложенные слоями. Мы не связываем почему-то россияне это блюдо с еврейской кухней. А вот есть, и во всем мире это называется русский селедочный салат. Ну, как оливье просто называется русский салат, это называется русский селедочный салат. Везде, кроме Польши. Потому что в Польше этот салат по-прежнему называется еврейский селедочный салат. И мы знаем, спасибо, да, честным полякам, которые сохранили этот маркер и этот адрес, и мы понимаем, что это тоже селедка, приготовленная по субботним законам. Так что иногда еврейское блюдо мы можем найти даже там, где мы его не ожидаем. Ну, а вот как раз приговорить о курице, это, конечно, самый богатый еврейский стол на праздник. Курица, еврейская курица, долгожданная, любимая, и все-таки это редкое приготовление куриного мяса. Во-первых, как бы из птицы делали все, что угодно, и в первую очередь из птиц вытапливали жир. Гусиный жир – это был основной жир, на котором готовили ашкеназы, потому что нельзя было готовить на сливочном масле. Да, не смешивая мясное и молочное, растительное масло всегда доступное, как бы это нейтральное, а гусиный, например, жир и вот то самое как бы гусиное сало, так называемое, как называли в местечках, это то, на чем можно было готовить, смешивать и с мясом, и с молочным. Поэтому из курицы особо жира не вытопишь, но из курицы старались приготовить максимум, выжать все, что угодно. Знаменитый еврейский аттракцион называется «Приготовь 7 блюд из одной курицы». И вот когда вы сможете из одной курицы приготовить 7 блюд, тогда вы можете наградить себя золотой медалью настоящей ашкеназской королевы кухни. Потому что как готовить курицу? Во-первых, это тот самый золотой царский бульон. Рецепт еврейского бульона, тот самый еврейский пенициллин, да, средство от всех болезней, который – это особый еврейский секрет, как приготовить бульон, чтобы максимум вкуса, пользы и так далее в нем было. Действительно, это традиция еще с времен Средневековья, да, и это действительно средство от всех, как сказать, болезней. И это определенный, как сказать, это тот самый суп, который является символом, ну, какого-то богатства и изобилия. Потому что еврейские супы были такие постные и пустые. Ну, например, представьте, да, как бы аналог еврейских щей – это то, что называлось найдиши кройдзуп, то есть капустный суп. Да? Но часто, как сказать, был такой еще прекрасный, это зуб метништ, суп с ничем. То есть вот что под руку попалось, то туда и кинули. Да? И вот поэтому на этом фоне вот так называемый царский или золотой суп, а голден зуб, это, конечно же, бульон.
это настоящее искусство, оберегали свои секреты, бульон должен быть наваристый, при этом прозрачный. Чем больше считалось капельки жира на его поверхности, тем лучше. И это то блюдо, которое, например, ставили в ашкеназской традиции перед женихом и невестой на свадьбу, чтобы их жизнь была вот вся такая золотая, и чем больше капельки, тем как золотые монеты, тем они будут богаче. А вот дальше уже идут самые разные блюда, которые чаще всего делают как раз из курицы, да, ну, например, многочисленные пельмени, клёцки, куриные, отдельно как бы фаршированная курица, отдельно приготавливается даже все то, что считается как бы субпродуктами и не готовится в других ситуациях, евреев шло в дело, превращалось в фарш. И так возникает тоже еще одно чисто еврейское блюдо бедности, фаршированные шейки, еврейский деликатес. Да? То есть кто будет готовить куриную голову и куриную шею? Да, шею можно зафаршировать, да, и лучше вам не знать, из чего изготовлен этот фарш, потому что все равно будет вкусно. Так что от бульона до фаршированной шейки из одной курицы действительно хозяйка может приготовить 7 блюд разнообразных. Да, вот этот вот набор 7 блюд будет абсолютно разный. Ну, а бульон – это еще и традиция праздничного календаря. Бульон обязательно на выходы из постов. Мы помним традиции, как бы, например, Йом-Кипур, и будет подаваться как раз вот этот вот golden зуб, самый куриный наваристый бульон. И по традиции в пасхальную неделю, конечно, тоже должен быть куриный бульон, обязательно с клёцками, но клёцочками с мацой. Это, я думаю, вы тоже знаете. Особенность ашкеназской кухни – это огромный сектор молочных продуктов. И вот это то, что как раз отличает, например, ашкеназскую, это самая богатая молочная кухня среди еврейских кухонь. Много блюд, да, можно было устраивать молочные дни. Ну, как бы есть огромное количество, даже то, что, не знаю, там, то, что мы ненавидели в детском саду, давайте, как бы, это покивайте вместе со мной, да, суп-лапша. Когда мы кривились в школе или в детском саду, мы, нам никогда в голову не приходило, что это традиционное ашкеназское блюдо. Да? И кроме того, огромное количество так называемых запеканок, потому что запеканки могли быть на мясном бульоне, да, те же самые картофельные, овощные, какие угодно, и было столько же молочных. Огромное количество запеканок, да, как бы такие молочные аналоги вот этих вот чонтов, накидай все, что есть, залей молоком, запеки, протуши и, как сказать, ешь в свое удовольствие, да, это особенность ашкеназской кухни. Исключение – нет выпечки на молоке. Вот это вот большая редкость, потому что всю выпечку все-таки старались сделать нейтральной, парвеной, да, и выпечки не было ни мясных пирогов, крайне редко, да, ни выпечки с использованием молока. То есть всегда это какие-то нейтральные фруктовые, овощные начинки и так далее. Пироги с рыбой были, ну, потому что как же, были даже пироги с селедкой, да, а самое удивительное блюдо, которое будет венцом молочной кухни, и оно действительно ашкеназское, оно еще германское по происхождению, это пирог на швот. Оно сохранилось, это блюдо сохранилось в Баварии, его берегут сами немцы, да, у него тоже многоэтажные названия, это пирог, который называется «Земля текущая молоком и медом». Это такой баварский еврейский чизкейк, это мягкий творожный вот этот вот сыр с медом, это пирог, который делали на швот, потому что в швот есть традиция весь день делать молочным. Почему? Потому что евреи говорят, первая традиция, первая проблема, с которой столкнулись евреи у горы Синай, когда они сказали, принимаем заповеди и будем исполнять, они не умели готовить кашрут. Они не умели зарезать животные, и у них были некошерные сковородки. Поэтому пока евреи освоили правила кашрута, они были вынуждены питаться молочной пищей. Красивый мидраш, и вот именно благодаря ему даже есть праздничная молочная кухня на швот. Ну, давайте еще я вам как раз по праздникам, вот это вот как раз, если уж мы говорим про Йом-Кипур, то курица, которую делают
капора, да, капоэрос, как говорят, с изишским акцентом, конечно, она превратится в бульон на выход из поста. Если мы пробежим по календарю, то, конечно, самое интересное будет на Рош ха-Шана, это пожелание счастья, богатства, да как у любого народа. Это будет то, что называется симаним тавим, добрые знаки. В каждой местности какие-то продукты становятся символом чего-то другого, каких-то добрых пожеланий самим себе. А Суккот – это хороший повод не просто посидеть в Сукке и выпить, потому что холодно, и надо выпивать больше, чтобы не замерзнуть. А Суккот имеет свой особое меню, потому что это все-таки осенний урожай, и на Суккот было множество ашкеназских блюд именно из тыквы, это множество овощных супов, это вот прямо такой осенний фестиваль. Ну и даже этрог, главный символ праздника, он тоже может быть съеден. Не знаю, как вы, а я в своей родной синагоге застал, когда те времена, когда был один этрог, пара этрогов на всю синагогу, и заранее дедушки договаривались, кто какой этрог возьмет. И один этрог тут же после произнесения последнего благословения исчезал, а другой мелко-мелко резали и пили с ним чай, чтобы насладиться вкусом. Ну, если мы считаем, что это совершенный вкус, у которого запах и аромат и вкус настолько совершенны, мы должны время от времени это пробовать. Вот надо попить чай с лимоном, а потом, через пару недель, кто-то из дедушек приносил самое чудесное в мире варенье из этрога. Да, вот эти бабушки по очереди уварили. Я жалею, что я не собрал рецепт. Как делается варенье из этрога? Из чего делается? Из чего угодно. Но в него добавляется этрог, и это будет варенье из крыжовника, из вареной морковки, с добавлением апельсиновых цукатов, с чем угодно, но с ароматом и вкусом этрога. Это божественные варенья, я их пробовал неоднократно. Вот, и это тоже часть, ну, к сожалению, уходящей ашкеназской золотой вот этой вот кулинарной книги. Если мы говорим про Хануку, то, конечно, нам в помощь мороз. И, например, замечательные сладости, да, как бы, например, и печенье из слоеного теста земелах, которое тоже можно было найти в советской булочной, и прекрасные сладости, там, не знаю, имберлах, это такой шарик из мацы, да, это будет, естественно, сладость на Песах. А Ханука надо использовать мороз. Вот, например, типа такой аналог еврейского хвороста, маленькие кусочки теста, сваренные в кипящем масле, очень по-ханукальному, да, которые заливаются медом, орешками, ставятся на холод, иначе не получится, и режутся к большой радости детей. Да, всегда надо еще учитывать время года и, как сказать, особенности нашего российского климата, черты оседлости. Ну, про Песах, конечно же, не мне вам рассказывать. В Песах главное блюдо – это маца, и Песах – это огромное испытание для еврейских хозяев, потому что говорят, что, ну, как говорят, лучше пережить два пожара, одно ограбление, чем один ремонт, да, но и каждая еврейская хозяйка знает, что лучше пережить ремонт, чем уборку перед Песохом. Потому что целью этой уборки будет избавиться от хамеца. Поэтому все исчезает со столов. Да? Не только мы не пользуемся иным хлебом, только вот этим символом бедности и при этом нашей свободы, но это же мука, как бы маца становится частью других блюд. Потому что однажды испеченная мука мацы уже не заквашивается. Поэтому появляются клетки из мацы, поэтому появляются чудесные. Вот если вы никогда не готовили, попробуйте, боже мой, это великолепный средиземноморский рецепт итальянский. Омлет из мацы с рукколой. Это же так просто. Да? Листья мацы измельчить, вымочить в молоке, взбить омлет и листики зеленой рукколы. Вот вам привет из сефардского Средиземноморья, где бы вы ни были. Прекрасный рецепт для пасхального завтрака. Поэтому из мацы готовят все, что угодно. Да, и как бы еще одно ограничение – исчезнет водка. Это все-таки то, что делается из пшеницы. С ашкеназского стола водка исчезает два раза. Она исчезает на Песах, и она исчезает на Рош ха-Шана, потому что на Рош ха-Шана не принято по ашкеназской традиции пробовать ничего соленого, кислого, горького.
все должно быть только сладкое. Если весь год мы макаем халу в соль, то на Рош ха-Шана мы будем макать халу в мед. И поэтому упаси Боже, чтобы на столе было кислое вино или водка. Вот два сезона, два раза в году ашкеназский еврей должен пережить без водки. Вот. А еще очень необычное отличие ашкеназов от сефардов. Например, ашкеназы отказались от круп и бобовых. Почему? А сефарды нет. Потому что это тоже особенность хранения, потому что ашкеназы хранили все в мешках, и через год нельзя было установить, в этом мешке лежали бобы, горох или мука. Вот чтобы не спутать, в том числе отказались и от бобовых круп, которые могли быть случайно смешаны с частицами хамеца. А у сефардов такой проблемы не было. Сефарды традиционно хранили муку во врытых в землю огромных глиняных сосудах, так же, как оливковое масло или вино. Устройство сефардского быта не позволяло это спутать. Поэтому у сефардов такого запрета нет. То есть даже вот эти запреты, которые отделяют одну общину диаспоры от другой, да, эти отличия, они показывают, можно докопаться, когда этот маркер возник, с какими условиями бытования он связан. Ну и точно так же все блюда, которые меняются на праздники, которые сменяются на праздниках. Потому что все блюда, например, Песах, и что должно быть на Песах? Да, в общем-то, три ингредиента с древности. Мясо, маца и горькая зелень. Все остальное, даже то, что лежит на киаре, это обросло традициями за годы нашего столетних путешествий. Ну, если уж мы говорим про Песах, то вообще седер – это такое путешествие вокруг стола. Да? Мы, сидя за столом, выходим из Египта. И вот даже то, что становится символом на пасхальной киаре, даже все то, что готовится с мацой, понятно, что на Песах традиционно это будет гефилте фиш, только не с хлебом, а с мацой, еще один пасхальный рецепт. Да? Все это в том числе и путешествие в поисках своей еврейскости, в поисках своей собственной идентичности. Ну и надо закончить еще только лишь одним рецептом. Только одним рецептом, а потом будут вопросы, потому что я вижу, что мы уже говорим гораздо дольше, чем планировали. Я очень благодарен, что вы еще от нас, что вы меня еще не покинули. Ну, давайте попробуем угадать, да, как бы можно сказать, слух, какого слова не хватает, без чего еврейская кухня не кухня. Конечно же, цимис. Конечно же, цимис, потому что мы привыкли к этому уже давным-давно, как к междометию. Какая вкуснятина, самый смак, самый цимис. Но цимис – это конкретное блюдо, причем блюдо очень загадочное. Это блюдо, которое подается только в двух случаях, как самостоятельное блюдо. Что такое цимис? Да, это мы уже знаем, что цимис может быть сделан из чего угодно. И цимис разных областей, он будет какой угодно. Он может быть цимис на мясном бульоне, цимис на курином бульоне, цимис вообще без всякого мяса, цимис с картошкой, цимис, я очень люблю румынский рецепт с луком-пореем, например. То есть цель, единственный компонент, который их всех будет как сказать, объединять, это морковь. Потому что это стремление сделать нечто сладкое. В отсутствии сахара, в отсутствии, да, когда единственной сладостью доступной был мед, сделать что-то сладкое, как мед, так, чтобы хватило на всех. Поэтому морковь, в которой много сахара, она и сама по себе сладкая. А если ее еще сварить, она будет еще слаще. А если сварить в минуту, будет супер сладко. И вот надо к этой моркови добавить все то, что дает сладость. Ну вот на картинке здесь это такой очень богатый цимис, причем средиземноморский, да, там можно добавить финики, сухофрукты из Средней Азии, курагу, изюм, ну, мы понимаем, это очень богатые вещи, да, победнее это и мы сладкие яблоки сделаем, да, или яблочное варенье сварим. Ну, давайте подумаем, с чего цимис все-таки родился. Цимис со свеколочкой, если мы живем с бурачком, да, если мы живем в Малороссии или в Беларуси, да, потому что там много-много сахара, и это тоже цимис. Если мы живем в Румынии, то это сладкий лук-порей, и это один из древнейших рецептов цимиса. А если мы живем в простом российском местечке, то цимис делается из того продукта, где сахара гораздо больше, чем в моркови, из лука, из обычного репчатого лука. Если его хорошенько сварить с морковью,
он будет очень-очень-очень сладким. Ну, а потом изящно инкрустируем тремя изюминками, потому что цимес тоже у всех разный. И цимес никогда, то есть обычно цимес не используется как отдельное блюдо. Цимес – это средство украсить другое блюдо. Это самое изысканное еврейское, ну, как сказать, не приправа, а как бы добавочный компонент. Потому что чонт может быть украшен вот этой самой вываренной морковкой сверху. Помните дедушку и бабушку на картинке Ягуды Пена, которые хорошенько умяли свой субботний обед? Да, вот у них как раз осталось немножко морковка, немножко цимеса. Цимес может украсить мясное блюдо. Цимес может быть добавкой ко всему угодно, чему угодно. Цимес обычное блюдо сделает праздничным. И цимес даже залез в нашу королеву еврейского стола гефилте фиш, потому что, конечно же, без морковки никак не обойтись. Это еще один предмет споров хозяек, которые говорят, что морковь для гефилте фиш ни в коем случае нельзя класть внутрь, ее надо готовить отдельно специально, соединять только на блюдо. Традиция новогодней, да, на Рош ха-Шана фаршированной рыбы обязательно, чтобы морковка была порезана колечками, потому что она напоминает золотые монеты, чтобы мы были богаты. А кроме того, морковка, ну, кроме того, что это один из симоним тавим, да, и у нас как бы морковка гезер ассоциируется, да, как бы с вынесением, с судом, при вынесении приговора, мы говорим, да, пусть нам будет вынесен хороший, как сказать, приговор о нашим врагам дурной, а на идиш это мерн, это созвучно со словом здоровье, богатство. Так что морковка – это хороший символ, и два случая, когда морковь, когда цимес готовится и ставится на стол как самостоятельное блюдо. Это тот же самый новогодний стол Рош ха-Шана, чтобы у нас весь год был таким же сладким, как самое-самое вкусное сладкое блюдо шкеназской кухни. А вторая традиция – это то, что ставят перед женихом и невестой на свадебный стол, чтобы начать совместную жизнь с самого сладкого, самого вкусного. Ну вот чтобы вам было всю жизнь так же вкусно, чтобы у вас все было такое же сладкое, как сказать, самый сладкий цимес, чтобы каждую неделю на вашей кухне был праздник, ну и, конечно, да, как сказать, как сказали бы на идиш, да, es guten Appetit. Приятного аппетита, кушайте на здоровье. Спасибо, дорогие друзья, вот то, что я хотел рассказать. Давайте теперь пообщаемся, с радостью попробую ответить на ваши вопросы, потому что, как вы понимаете, историй и баек про кухню у меня очень много, и все это рассказать невозможно. Как мы будем задавать вопросы? Я думаю, что... голосом, чатом. Дорогие, возможно, что многие пошли уже готовить воодушевленные вашей лекции, отправились прямиком на кухню, Андрей. Вот дело в том, что мы немножко отклонились от заявленного времени, и я вижу, в чате появляются в основном кулинарные рекомендации. Вот, да, запись этой лекции можно посмотреть у нас в группе. Вот, я хотела использовать... одну, вот есть много слов благодарности, которые мелькают на экране. Я хочу к ним присоединиться и сказать большое-большое спасибо Андрею за эту увлекательную лекцию, которая стимулировала сразу все чувства одновременно. Вот, пожелать всем, кто с нами сегодня здесь на разных платформах, счастливого праздника Песах, для того, чтобы пожелать внутреннего чувства свободы и чтобы оно было похоже и совпадало с внешними обстоятельствами, которые происходят сейчас в нашей жизни. Богатого форшмака из нержавой селедки. Да. Вот. Превратить ваш семейный праздник в приятный и содержательный. Да, я согласна, это было чудно. Еще лекции, да, с удовольствием мы обязательно воспользуемся возможностью пригласить Андрея еще раз. А наши тех-гуру Оля в данный момент включит опрос из трех фраз буквально для того, чтобы мы лучше понимали, как дальше направлять ход событий. А тем временем я позволю себе вставить в наш чат два руководства, которые Momentum выпустила для семейного праздника, для празднования
праздника Песах в семейном кругу. И я надеюсь, что это будет полезная пища для ума и обсуждений для всех вас, кому это близко. Вот. Тогда, Оля, переходим мы на опрос, а я временно прощаюсь с вами и прощаюсь с Андреем. Всего хорошего. Спасибо большое. До новых встреч. Вкусного и кошерного Песаха всем.